Я начну сначала. В начале октября 98 года резко осложнились отношения между Сирией и Турцией. Турция в ультимативном порядке потребовала от Сирии закрыть места нахождения курдских повстанцев, а также удалить из страны Абдуллу Аджалана, руководителя курдов. Много лет Абдулла Аджалан жил именно в Сирии, сейчас это не секрет, и оттуда руководил повстанческим движением. Но отношения между Сирией и Турцией резко обострились после турецких заявлений навести здесь, с их точки зрения, порядок. Дело пахло войной, настоящей войной. Я знаю, что посредничали в этой истории Мубарак, президент Египта. Они пытались как-то помирить турецкую и сирийскую стороны. Другие деятели очень известные работали в этом направлении. Но турки поставили очень жесткие условия. Если вы не решите, мы наносим удары. Настоящие удары. Сирийская армия уже была приведена в боевую готовность. И вопрос стал в очень острой форме. В этот момент наши близкие знакомые, с которыми мы не один год поддерживаем отношения, обратились к нам с просьбой в срочном порядке принять лидера курдов Абдуллу Аджалана. К нам, это ко мне, председателю комитета по вопросам геополитики, который занимается непосредственно этим вопросом, и это известно во всем мире. Позиция нашего комитета по курдскому вопросу известна во всем мире. Я хочу показать вам книгу, которую мы недавно выпустили. Это сборник, можно? Это сборник, вот такой вот сборник по курдскому вопросу. Здесь собраны всевозможные заявления по Курдистану, аналитические материалы, записки и прочие очень важные вещи, которые касаются прямо курдской проблемы. Поэтому нашу вовлеченность в эту тему хорошо знали, и именно к нам обратились с просьбой принять Аджалана, тем самым предотвращая войну, по сути дела, на Среднем Востоке. Мы начали переговоры. Но обстановка так обострилась, что неожиданно 9 числа утром нам сказали, те наши близкие знакомые, которые работали по этому вопросу, что не исключено, сегодня он прилетит в Москву. Первоначально планировалось совсем по-другому. Мы собирались поехать туда для того, чтобы принять его на той территории и перевести в Россию. Но, видимо, обстановка была так накалена, так остра, что был поставлен вопрос о том, что он прилетит срочно. И это вопрос просто надо решать за считанные часы. Надо сказать, что в курсе этой ситуации был, естественно, Владимир Вольфович Жириновский. Он был проинформирован также 9 числа. В этот день у нас, как на, по всегдашнему совпадению в нашей жизни, были проводы в правительство Сергея Вячеславовича Калашникова. И мы не сумели с Жириновским глубоко обсудить эту ситуацию. Ну, так вот складывался день. В середине дня стало известно, я был в отъезде. Потом я приехал, шли проводы Калашникова, там тоже не поговоришь. И, по сути дела, только в 8 часов закончились эти проводы, а в 9 мы должны быть в аэропорту. У меня была идея предварительно поговорить перед вылетом самолета, обсудить условия, то, как это все будет происходить. Но уже не было времени на это. Уже на это не было времени. И еще раз подчеркну, мы ожидали, что такой переговорный процесс по поводу его прилета сюда затянется, ну, на неделю, по крайней мере.
То есть мы хотели обсудить все детали возможного его приезда, обсудить эти все вопросы с властью, с руководством страны и так далее. Но времени на это не было. 9 октября в аэропорт Шереметьево 2 вечером сел. В Шереметьево. Нет. Тут момент такой. Значит, 9 октября мы направились в Шереметьево встречать. Очень было интересно, что, приехав в Шереметьево 2, первоначально там планировалось встречать этот рейс. Мы приехали в Шереметьево 2. Там этот загадочный рейс не нашли. Он прилетал спецсамолетом, Airjet, так называемый, небольшой самолет, который фрахтуют для таких деловых полетов. Потом в ВИПе Шереметьево 1 выяснили, что такой рейс есть. Такой рейс есть, но толком никто ничего про него сказать не может. В том числе не могли сказать, а когда, собственно, он прилетает. Но все же определили, что встреча будет в Шереметьево 1. Потому что я первоначально метался между двумя Шереметьево, ожидая, где именно это произойдет. Потом приехал Владимир Вольфович Жириновский. Их прилетело несколько человек, в том числе руководитель курдского движения Абдулла Аджалан. Там были его полевые командиры? Нет, там не было. Там было несколько человек. Их было несколько человек. Один из них, как я понимаю, был сотрудником одной из ближневосточных разведок. Именно этот человек должен был удостовериться, что Абдулла Аджалан прилетел, что он, будем так говорить, передан в надежные руки. Он должен был увидеть, по всей видимости, тех людей, которые встречают, те ли это люди. Одного человека, я так понимаю, он узнал в лицо. Я думаю, и сразу успокоился. У него были сирийские паспорта с его настоящей фамилией. Вопрос вот в чем. Да, встречали мы, я еще раз хочу подчеркнуть, мы встречали его у трапа, у небольшого самолета. Встречающих оказалось огромное количество. Огромное количество. И так получилось, что все мы запаслись как бы большим количеством людей таким образом, что у входа стояла кавалькада целая машин. Приехал кортеж Жириновского, я попросил нескольких своих помощников тоже приехать на машине. И таким образом там наблюдалось движение 10-12, наверное, машин, среди которых были автомашины с федеральными номерами и с мигалками и прочее. И поэтому я уверен, что вся эта операция встречи привлекла огромное внимание. Это была, конечно же, наша ошибка. Встречать надо было гораздо спокойнее, незаметнее и без такой, будем так говорить, помпы. Мне кажется, что это привлекло внимание соответствующих служб, и не случайно уже через несколько дней турки передали, что Аджалан находится в России. Мне кажется, что вот эта вот встреча помпезная, присутствие узнаваемых лиц на этой встрече, в общем, дало основание для всяких слухов, которые в итоге попали в каналы, так сказать, разведки. В частности, указывалось, что он находится в Одинцово в некоторых публикациях. Я хочу сказать несколько моментов, связанных с его паспортом. Вот этот вопрос, который возник потом. Честно говоря, ему мы не придали никакого значения. Дело в том, что потом лишь я, например, поинтересовался вопросом о паспорте. Вначале мы послали приглашение на то имя, которое требовалось, и он въехал по этому приглашению. Потом, когда в прессе пошла волна и обсуждение, что он въехал по фальшивому паспорту, я, например, не знаю, этот паспорт фальшивый или не фальшивый. Он
мне, например, ничего не известно об этом. Я не специалист по паспортам. Но там была его фамилия? Нет, там была другая фамилия. Но дело вот в чем. Дело в том, что лидеры, особенно длительное время находящиеся на нелегальном положении, ведущие нелегальную работу, мы знаем это из нашей истории, часто имеют несколько фамилий. Причем эти фамилии, будем так говорить, официальные. Мы помним Ленина, Ульянова, мы помним Сталина, Джугашвили. Ведь Сталин подписывал документы официальной фамилии Сталин, а Сталиным он не был. Он был Джугашвили. Так же, как и Троцкий не был Троцким, и Молотов не был Молотовым. И практически все революционные деятели действовали под одновременно несколькими фамилиями. У меня было представление, что та фамилия, которая была заявлена, а это фамилия Сарыкурт, а в переводе с курдского это означает «лидер курдов», он въехал под фамилией Сарыкурт, лидер курдов, что эта фамилия одна из его фамилий, которая используется для работы. Это абсолютно нормальная тема. Никаких подложных фальшивых паспортов и фальшивых имен нету. Что это одна из его фамилий, как у Ленина была фамилия, я извиняюсь, настоящий Ульянов. Он иногда пользовался фамилией Ульянов, часто подписывал постановление именем Ульянов в скобках Ленин. То есть это обычная тема для того человека, который ведет нелегальную и революционную работу. А гражданство чье было указано? Турецкое. Это был турецкий паспорт. Это был турецкий паспорт. Это известно, потому что потом этот паспорт был предъявлен уже в Риме. Но сама фамилия вызывала у меня ощущение, потом, правда, ретроспективно, ощущение, что это просто одно из его настоящих имен. Вот вы сказали, что много шума было. Вы не заметили вы, что ФСБ стало сразу отслеживать появление человека, который создал так много шума? Я хочу последовательно рассказать. После этого, после того, как его мы встретили, он отправился на один из объектов. Объектов это находящиеся в городе и находящиеся не так далеко от одной из дач Сталина, так называемой ближней дачи Сталина. Я сказал об этом Аджалану, что вот здесь рядом недалеко жил Сталин. И он не часто реагировал живо на какие-то реалии из нашей российской жизни, но когда я ему сказал это, он заулыбался. Я так понял, что Иосифа Сталина Аджалан знает и уважает. После этого мы стали обдумывать сложившуюся ситуацию. Прежде всего, мы подумали о том, что надо поставить перед руководством страны вопрос о политическом убежище для Абдуллы Аджалана. Мы это кто? Вы и Жириновский? Мы это... Да, фактически это были несколько депутатов, которые были в курсе произошедшего ночью или вечером 9 октября 1998 года. А почему он выбрал Жириновского? Он? Да. Почему он не обратился к Явлинскому, к НДР? Так... Ну, это второй вопрос, я не стал бы здесь говорить. Дело в том, что курды, я думаю, что это связано с комитетом, прежде всего. Это не связано с партией, а связано с комитетом, который много и, как я уже говорил, давно занимается курдской проблемой и очень в курдском мире известен. Ну, представляете, если вот такая вот книга, это материалы, которые наработал комитет по курдскому вопросу. Вот. Поэтому обращение было сюда, обращение было по нашим каналам связи, которые у меня были. И я хочу сказать, что вот сейчас я думаю вот о чем, что не хочется говорить громких слов, да, и можно по-разному оценить то, что было сделано 9 числа, то, как мы приняли. Кстати, вот этот человек, сотрудник одной из разведок ближневосточных, улетел. Он удостоверился, что все нормально, и спокойно передал своим, что все хорошо, и он улетел. Потому что, я так понимаю, ни одна страна не хотела бы иметь плохие отношения с курдами.
и какие-нибудь происшествия чрезвычайные с курдским лидером совершенно не входило в планы ни одной из стран на Ближнем Востоке. Но если говорить честно и откровенно, как мне кажется, я считаю, без ложной скромности, что мы спасли Ближний Восток и Средний Восток от войны. И это абсолютно не преувеличение. Можно что угодно говорить о Жириновском и как угодно к нему относиться, но 9 октября 1998 года он спас от войны целый регион. Потому что если бы еще продлилось пребывание в Сирии Абдуллы Аджалана, то явно были бы нанесены удары. Турки выполняют свои обещания, они конкретные люди, в отличие от политического руководства у нас в России, которое очень осторожничает. Турки четко ставят вопрос. Мы сейчас видим это по тому кризису, который развивается между Италией и Турцией, как ведут себя турки. Очень жестко. Где жил Аджалан? Имел ли он вооруженную охрану? Я хочу еще последовательно пойти дальше. Перед нами стал вопрос, что делать в этой ситуации. Признать, провести пресс-конференцию открыто, что у нас находится лидер курдского движения, не подготовив почву, не поставив в известность политическое руководство страны, было невозможно. Нам нужно было, прежде всего, требовать сначала политического убежища. После консультации между собой, а вот несколько человек имели информацию об этом, и мы несколько человек консультировались постоянно, мы приняли решение такое. Надо сначала подготовить почву для политического убежища, принять постановление соответствующее Государственной Думы, обратиться к президенту, объяснить ситуацию по курдскому вопросу, и потом, заручившись поддержкой руководства, идти к предоставлению этого убежища. До этого, не раскрывая, что он находится здесь, во-первых, в России, во-вторых, не раскрывая вообще всю эту ситуацию, которая вокруг существует. И не ставя никого в известность о том, что он здесь существует. Здесь мы приняли вот такое решение для себя. То есть, фактически, закрыть всю информацию о нем. Для того, чтобы раньше не спалить этот вопрос. Сначала постановление, потом политическая дискуссия по этому вопросу, а потом раз, и обнаруживается, что он находится, так сказать, здесь. Но это уже на последнем этапе. Потому что если обнаружить это с самого начала, начнется истерика, крики, и мы вопрос этот практически потопим. Как опыт подсказывает того, что произошло потом, это правильный был подход с точки зрения решения вопроса. И лидер курдского движения согласился с такой схемой. Он согласился с таким пониманием этого вопроса, что нужно спокойно решить эту тему. И потом, поставив вопрос уже и раскрыв карты относительно того, где он находится и как. Но тут начали происходить события различные. Прежде всего, глава турецкого правительства Месут Илмаз 21 октября заявил, что по данным турецкой разведки, руководитель Курдской рабочей партии, объявленный Анкарой вне закона, в настоящее время находится в московском пригороде Одинцово. Как сообщает газета «Сабах», он бежал в Россию из Сирии. Посол Российской Федерации в Анкаре Александр Лебедев, я цитирую официальное сообщение «Тартас», в этой связи заявил, что не может быть и речи о том, что российское руководство оказало гостеприимство лицам, подобным Аджалану. МИД Российской Федерации не располагает информацией, подтверждающей сообщения зарубежных СМИ о якобы имевшем месте въезде в Россию лидера курдов Абдуллаха Аджалана. Об этом заявил директор Департамента информации и печати МИД Владимир Рахманин. 27 октября
Турция официально потребовала от России выдать лидера Курдской рабочей партии Абдуллаха Аджалана. Соответствующую ноту руководству российского МИД минувшим днем вручил турецкий посол в Москве Наби Шенсой. То есть он въехал 9-го, и уже 21-го Турция предпринимает официальные шаги, официальные ноты, заявляя о том, что он находится в Российской Федерации. По нашим данным, произошло это из-за того, что с одного из объектов Абдулла Джалан вышел в эфир. И он говорил с отделениями своей партии, потом он вышел в эфир в прямой телекомпании МЕД-ТВ, это курдская телекомпания, центр которой находится в Брюсселе. И после того, как он вышел в эфир, было, турки, а может быть это израильская разведка, засекли место его расположения. После этого турки показали нашему послу точно место, где он находится, а именно Одинцово, Подмосковье. Это действительно было так. Вот сразу вы его отвезли в Одинцово, с 9-го получается? Нет, мы его отвезли на один из объектов, находящихся в черте города, недалеко от дачи Сталина, как я сказал. После этого он был на одном из объектов, находящихся за городом, в Одинцово. Действительно, за городом в Одинцово. Но не в городе Одинцово, а именно в районе Одинцово. Это один из тех объектов, которых, ну, нас называют дачными, будем так говорить. Мне не веришь, что такой человек не охранялся. Нет, конечно, он охранялся. Конечно, он охранялся, и у нас были силы и возможности для того, чтобы обеспечить его охрану. Мы для этого мобилизовали немало людей, которые непосредственно работали с ним. Были обеспечены также и условия для его быта, то есть люди, которые обслуживали, и все условия были созданы для того, чтобы у него были соответствующие его уровню, будем так говорить, условия работы и жизни. Но после сообщения турков о том, что он находится в Одинцово, а это было правдой, ну, я думаю, что большой интерес к нам стали проявлять ну и российские спецслужбы. Здесь я хочу сказать, что мы не знаем, имели ли они информацию, где он находится. Спецслужбы подчиняются, как известно, президенту и правительству, контактируют с правительством. Они не подчинены Государственной Думе, поэтому нам они, естественно, никаких докладов о своей информации не делали. Но, как мне представляется, даже имея информацию о том, что он находится, будем так говорить, в надежных депутатских руках, конечно, спецслужбы отдавали себе отчет, что любые решения подобного рода, какие-либо, можно проводить только с санкции самого высокого политического руководства. Раз это тело касается межгосударственных отношений, такого крупного лидера, Думы государственной, естественно, я думаю, что, так сказать, если, я подчеркиваю, если они знали действительно, где он находится, то каким-то образом, наверное, они информировали руководство страны. Нам ничего об этом не известно.